Привет всем! И у нас реакция на мультики про танки, как обычно, Мултан, серия «Раты на защите советского завода». Это что еще за монстр на стороне Левиафана? Невиданная мощь! Бам! Но Сириусу повезло еще. Сириус! Нет, только не это! Сейчас. Братишка, только не отключайся! Сейчас я вытащу тебя отсюда! Потихоньку! Делай ноги! Да, только Сивс недавно вернули. Они уже отступают! Как-то слишком быстро они сдались! Да они... Двигайся за мной, иначе нас скоро прикончат! Сначала добью этих твоих. Да, конечно, добьешь. Промахнись. Отлично. Ух ты, пронесло, чудом уцелели. Похоже, оторвались. Вскоре будем на заводе. О, вот, ангелы. Путы. Какие ангелы? Стражи! Пора менять позицию! Скоро нас обнаружат! Они уже рядом! ТП-хайтесь! ТП-хайтесь! Фу! Я их не вижу! Черт бы их побрал! Это явно не советы! Драться они умеют! Огонь по кустам! А, их всего двое осталось. Ух, повезло, повезло. Похоже, советам пришлось отступить. Враг бросил все силы на нас. Заставим их нас преследовать. Округи заминированы. Пускай они сами себя подорвут. За мной, солдаты. Угу. Они затихли. Небось испугались тебя. И решили сбежать. Наивные. Поскорее выбираться из этого проклятого леса, владыка. Как-то мне не по себе. Хватись! И правильно то, что тебе не по себе. Да уж, это нас прилично задержит. Придется ждать инженеров. Мы здесь легкая мишень. Нужно быть начеку. Надеюсь то, что стражи и советы воспользуются моментом. Кстати, почему серия называется «Раты на защите завода»? Серия же вообще не про него. А, захват профессора. Это было предсказуемо, без монстров они полные лохи. Ну, без монстров. Готовьтесь к вражескому удару! Дынс, приготовился один. И второй. И третий. Только на вас. Остановите этого монстра. Пум. 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 Сейчас это малышка вас утихомит. Помните. Осталось дело за вами, самураи. Самураи. Монстра не остановить. Боже, храни Америку. Прилетел. Ничего не осталось. Победа. Американцы, выходите на свой последний бой. Не прячьтесь, как крысы. Иначе я сожгу завод вместе с вами. Ямамото, замолчи. Дальше буду говорить я. Профессор, ты один. Я знаю, что ты здесь. Сдавайся в наш плен. И тогда вы останетесь в покое. Ты будешь так же работать на заводе. И каждый день будешь получать порцию топлива. Выходи. Иначе мы сожгем твой завод вместе с рабочими.
Что там происходит снаружи завода? Что за шум? Он не знает? Профессор Брэдли, это японцы. Они говорят, что завод окружен, и нам некуда бежать. Угу. Какой ужас! Наша оборона не выстояла. Очевидно. Инженеры, я вынужден сдаться. Они пришли за мной. Надеюсь, тогда они пощадят вас. Не стреляйте, я сдаюсь. Разумный выбор, ты один. Хватайте его, пора возвращаться домой. И да, убейте остальных. А, не пощадили. Что было, в принципе, предсказуемо. Выпустил видео, называется «Клоны Дора». Предыдущей серии. Пропускаем. Назад. Ну да, теперь они более красиво выглядят. Ага. Фу. Что? Такой же вопрос. Оу. What the fuck? Выпендрёжник. Не поцарапал. Бум-бум. Фью. Полетели. Бум. Раты. Ой. Оу. Куча клонов. Что за? Оу. Вау. Еще немного и наберем футбольную команду. Вот что я называю Deus Ex Machina. Что в переводе с румынского означает «полезная штука». Это не так. В любом случае, нас теперь больше. Бум-бум-бум. Наше трио тоже дает залп. Футбольные команды. А, их все-таки можно убить. Минус. Недолго музыка играла, показушник. А где он? Такой же вопрос. Где-где? Погиб, в общем, за месяц. Ха. А вот и нет. Серия «Куда пробивать?» Макс. То ли нет. Новостей. Профессор. Бум. Бум. Ну, не побили. Такс. Втю. Огонь. Блин. Ух. Оу. Воу. Ха. Неожиданно. И неприятно.
Да и куда тут стрелять? Так. Его уже долго нет. Может, случилось чего? Он будет с минуты на минуту, профессор. А если нет? Это обычная разведка. Почему вы за него так переживаете? Он же еще ребенок. Ого. Он робот. И что? У него есть интеллект. Вон у князя тоже есть интеллект. Угу. Да, ниже среднего, но есть. Профессор. Я никак не мог с тобой связаться. Что случилось? Ребенок. Новый тяжелобронированный танк. И новые снаряды. Повторяю, новые коморные снаряды. Отступай, я высылаю подкрепление. Слышишь? Хорошо, профессор. Разящий, срочно выезжай. Так точно. Не дай убить красную звезду. Хорошо. Хорошо. Жирный. А? А, ты здесь. Возьми со склада жирный звезды. Этот тазик был нужен? Ты... Убирайся с моего склада. Одновременно и грустно, и смешно. Геранд серия. Так. Ну, серия коротенькая. Ну, посмотрим. Сейчас. Почему вы сражаетесь за Мефистополя? Ну, этому, ну, это как озябре пофиг. Огромное, тупое, ревущее и уязвимое с одной стороны чудище. Сзади подтолкнули. Куда? Может быть, корови. Ворона. На. О, орут еще. Прикольно. КВ-2. Еще живой. Ой! Вот этому надо навалять. Чтоб знал свое место. А то знаете ли... А то убил Т-35. Вали. Странно, почему адский танк как сильно разгорается от обычного пламени, хотя в лаве он не сгорает. Ах ты ж, поворачивай ракетницу и в него стреляй. На. Дынс. А! Брат, ты пойдешь со мной. Ай. Ах ты ж. За тобой пойдет только мой разящий снаряд. Нет. Ворона. Опачки. А вот и ангелы подоспели. Блин. Ну, Данталяна как-то не сильно... О! Давайте, ангелы, наваляйте им. Все-таки вышли на подмогу. Давай своей. Стреляй. Бам! КВ-2. Шаротанк. Опа, стек их разбил. Уезжаем, товарищи. Странно, шаротанк даже скрыл. Сколько же мне всех предстоит убить? Ага, конечно. Ты только на словах, герой.
Ну, прикольно. Thank you.